Украина и Швеция планируют совместное производство шведских бронемашин СВ-90 в Украине. По словам президента Зеленского, находящегося с визитом в Стокгольме, соглашение детально проработано. СВ-90 – это боевая машина пехоты. Она может перевозить помимо экипажа небольшое подразделение, а также тяжелое вооружение. Украина уже получила несколько СВ-90. В августе российская армия сообщила о захвате одной такой машины. На фоне отсрочки возможности получения американских истребителей 4-го поколения Зеленский и премьер-министр Швеции Кристерсен обсудили перспективу поставки истребителей «Гриппен» шведского производства. В Украине после разрушительного российского обстрела театральной площади в городе Чернигове объявлен трехдневный траур. По последним данным, погибли 7 человек и по меньшей мере 140 ранены. По данным украинских СМИ, ракетный удар по драматическому театру был нанесен во время слета производителей дронов и учебных школ по аэроразведке.